К Интернациональному легиону обороны Украины, созданному в связи с нападением России, присоединились добровольцы из 55 стран со всех континентов. Об этом на брифинге заявил представитель легиона Дамьен Магру. По его словам, больше всего в легионе американцев и британцев, за ними следуют поляки и канадцы. Магру отказался назвать общее количество легионеров, сославшись на конфиденциальность информации. Отвечая на вопрос о финансировании, он отметил, что Интернациональный легион входит в состав вооруженных сил Украины и финансируется из оборонного бюджета.